Хе-хе, друзья, с вами StevePro, и сегодня я покажу мод-карту для Майнкрафта Project Edition. После установки этой карты в вашем Майнкрафте появляется настоящая карта, которую нужно проходить вместе с модом. Ну что ж, появляемся мы в таком спавне, где у нас написано правило, но, к сожалению, не на английском языке. Но чтобы начать игру, вам придется тапнуть по этому блоку, после чего вы попадаете в комнату, которую, опять же, нужно тапнуть по блоку, и здесь вам дается выбор, либо идете на лобби, либо идете опять на игру. Ну и после чего начинается отсчет. И за 90 секунд вы должны ответить по максимальным вопросам. 1 на 2, конечно, будет 2. 9. Так, где 9? Вот девятка. Так, 100... Давайте 124, друзья. Нет. К сожалению, это неправильно. Ладно. Да, большие числа, поэтому нужно дольше считать. Ждем. Так, опять же, 2. Конечно, это самый начальный вопрос. Это на 121. Опять, смотрите, повторяется вопрос. 4, так, это вот четверка, 40, ну, как видите, появляются уже мелкие баги, 56, друзья, 4, был уже такой вопрос, 56 тоже был, так, 10, такого вопроса у нас не было, 30, так, ух ты, 12, друзья, 12, 49, да, так, вот, 49, 6, 96, вот 6, 10, был уже вопрос, это точно помню, и 12, друзья, так, опять 12, 6, 12, а почему, не так, 12, друзья, ну, вот как видите, у нас происходят мелкие баги, но карта очень классная, ну что ж, давайте продолжать в нее играть, так, а давайте посмотрим, у нас нет ничего, нет, друзья, к сожалению, окопов на этой карте никаких нет, но ладно, ладно, мы идем дальше. Так, ждем. Начальный вопрос. 2. И вот у нас пошли наши первые баги. Ну ладно, друзья, вот такая у нас классная карта была сегодня. Очень классная карта, которая, наверное, понравилась всем. Ну, эта карта была переведена с помощью, или, можно сказать, по просьбе, я не знаю, друзья, ну, была переведена с помощью сайта Планет МБК. МБК, спасибо им большое, конечно. Но если... Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.